Всем привет, с вами Рагор, Прекрасное настроение. Итак, у нас наступила осень, значит, мы можем... Скоро уже нас везет на светах, да? Это плюс, вот это чисто. Ну, вот. Сидельцев. Наши дорогие стоят 15 долларов, уже 15 долларов. Ну, уже начали. Вот это плюсы. Спасибо, стирки. Спасибо, спальники уже появляются. Слава богу, да, мы достраиваем. Практически достроено такое место. Сделать для госпиталя и стенды для спальники. Вот сейчас я размещу факел. Знаете, что там есть, правда, здесь. И потихоньку можно будет, наверное, определяться с... Как после того, как свистят, факел нам начнут определять комнату от... Уже солнце встало, кстати говоря. Я буду определяться с комнатой от госпиталя. Да, номер, например, был целых 0. И даже если человек не показал обеденный номер, это не было. Это я думал, там не видно. Значит, на этом месте пока не сильно устраивает мой дом. Когда я это видел, ну, а что можно еще посмотреть? Когда я залетел в дверь, около того, что пока не появится, а в этом городе, то есть я это не буду открывать, наверное, а только пройдет на 4 года, если я не знаю, что известно. Ну, пока, ладно. Так, и предварительно, да, вот просто уже вообще построен полностью. Здесь мы сразу разместим территорию с первым приоритетом, которую провести, чтобы прийти сюда, принести, в первую очередь, прийти сюда. Так, это склад должен быть тогда, как это случилось. Должен быть еще чуть-чуть дальше. Что же здесь не там, где друзья, здесь построен какой-нибудь ящик. Вот, а остальные территории размещаем сразу в угольную госпиталь. Территория, которая прилегает к госпитализу, да, мы сейчас начнем. А вот дальше мы тоже стены оцениваются как сами, как статус. И вообще не могут приобрести, это просто все это работает. В принципе, для госпиталя это начинается важно, но это все не может. Это важно. Так, я сразу так покажу, покажу, приходится влачить свое жалкое существование. Так что мне много слова здесь спать, буду мне сильно заняться ничем. Может, давайте зайдем в наше население. Чем? Естественно, мы будем связать с вашей семьей. И загрузка физическая полезна. Потом мы скажем, что у вас будет сильнее потом в дальнейшем. И мы скажем, 15 лет. Плюс еще маленькая, небольшая книжка. Thank you.
не заказывали кровати из одной из азиатских, например, сейчас, а вторую из апельсинового дела. Вот. Таким образом, как только начинается Мубаса, салон сейчас 15-20 лучше, чем в прошлом сезоне, и потому что мы уже ощутили. Да, я, к сожалению, занимаюсь подземными делами, но сначала после таких насущных вещей, ну или насущных вещей, сейчас это является самым важным делом. Своя собственная спальня, поэтому для скорости спальни. Для скорости по качеству спальни, чтобы было точно, конечно, лучше, если тебе не часа это будет делать. То есть в том, что ему, короче, в том смысле, что смотрится, и что является лучше, самым очень хорошим. Правильно. Наша кровь. Вечно плохо должна была, кажется, в спальне, желать на галерах с целью производства, или сервисы, которые вставлены вообще всем, чем это. Thank you.
помогают перетаскивать. Почему кастрюльки не надо, что делать. Да как и так, но сколько процесс этого разного производства. Так, все-таки жутко не хватает. Есть ситуация, я не хочу. Ну что ж, да, будем вот так. Thank you.
ничего. Вешаемся, давайте на 16. Сейчас мы заходим вниз. Смотрите, что мы так. Можно получать то, что да. Надо тоже получать. Так, что мы сейчас здесь все так же расследим. Просто двигаться. Кровать, да, какая? Без яблока. Отлично, это кровать для госпиталя. И вот давайте это отвечать. Кровать для госпиталя. И на этом мы заканчиваем серию, потому что это прошло достаточно много. Попробуем закрыть эту ночь, не сильно проволновать, не сломать проблемы. Давайте соскакнуть с проблемами, которые да, очень страшно. Спасибо за просмотр. Пока-пока, сейчас наш дом.